Всем привет! Сегодня обзор на книгу When We Were Very Young. Мил. Автор Мил. Книга на английском языке. Мягкая обложка. Странички не мелованные. Ну, ничем не пахнет, посторонних запахов нет. В сравнении с листом А4 вот такой размер. Она небольшая. Небольшая книжечка. Стоимость покажу в конце видео. Брала я ее в Лабиринте. Так, сразу расскажу, что на русском языке точно такие же стихи за 300 рублей на Wildberries я купила. Две части, когда мы были еще маленькие, а теперь нам 6. И мы читаем сначала стих на русском языке. А потом такой же стих на английском, что облегчает ребенку понимание. Вот этот стих Яна любит. На английском вчера буквально мне пересказывала. Я удивилась. Ну, в общем, результат это дает. Вот. Сейчас быстренько эту книжку пролистаю. Вот такая она. Две части. Не скажу, что прям очень интересные стихи, но для разнообразия мы читаем вместе с английскими. Сама она редко берет. Вот некоторые стихи ей нравятся, а в основном, ну, еще не тот уровень, наверное, языка. Может, ближе к 4 будет это интереснее. Потому что Винни-Пуха мы еще не читали, Кристофера Робина она, ну, не знает. Мне кажется, после прочтения Винни-Пуха, может, лучше зайдет эта книга. Такие детские стихи про детские заботы. Стихи о детях. Это такой слог особенный здесь. Рифму надо поймать. Даже на русском, когда читаешь, как бы с первого раза не всегда складно получается прочесть. Ну, второй раз понимаешь уже, на какое слово надо акцент сделать, чтобы звучало это все приятно. Такая замечательная книга. И вторая часть Now We Are Six. Тоже вот в эту книгу, да, входит. Теперь нам 6. Now We Are Six. Еще мы не читали ее. Думаю, что это, в принципе, похожая тема. Содержание 102 странички. Я пришла к тебе помочь. Помочь мне или помучить меня? Ах, какие иллюстрации мне нравятся. На каждой они хоть и не очень яркие, но на каждой страничке они есть, и они хорошо отражают текст. В принципе, ребенку от 3 лет достаточно таких иллюстраций. На YouTube есть видео, читают такие стихи на английском языке. По-моему, может быть, не такие, а первую часть. Первую часть точно читают. When we were very young. То есть можно найти и послушать. Голос мне не очень понравился автора. Но, во всяком случае, можно услышать звучание английской речи. Что для тех, кто учит язык, достаточно полезно будет. Я волк. Ты волк? Ты такой хищник. Ян, меня нельзя кусать. Ты сейчас, если будешь кусаться, пойдешь в другую комнату. У меня здесь можно сидеть просто и слушать. Вот такие у нас стихи. Тебе нравятся такие стихи, Ян?
Нравится? Или не очень такие стихи тебе нравятся? Очень нравится. Прям очень нравится? Да. Ну, здорово. Вот в итоге очень нравится, оказалось. Ну, в общем, в принципе, да, неплохие стихи. Но цена мне на них не понравилась. А так, сами книги очень интересные. Не жалею, что взяла. Всем пока. До новых встреч. Ну что ж. Ну что ж. Как вот это. Puffy and I. I meet a man. As I went. As I went walking. We got talking. We got talking. A man and I. Where are you going to? Man. I said to the man as he went by. I said to the man as she went by. He went by. Down to the village to get some bread. Will you come? Я делаю тебя хочу. Will you come with me? No, not I. Вот тебе косичка. I meet